Привет! Сегодня на обзоре у нас сушильная машина от Bosch. Мы поговорим о ее ключевых функциях, особенностях и проверим, насколько она удобна в использовании. Поделимся и мнением об основных плюсах и минусах. Станет ли она незаменимым помощником в твоем доме? Давай узнаем вместе! При первом взгляде на сушильную машину сразу бросается в глаза ее изысканный дизайн. Боковые панели не просто радуют глаз, но и включают технологию Anti-Vibration, благодаря которой машина обладает повышенной стабильностью. Такая особенность весьма важна, ведь стабильность напрямую влияет на долговечность аппарата и уровень шума во время работы. Габариты устройства весьма стандартные и позволяют ей легко вписаться в большинство помещений. Высота составляет 84,2 см, ширина 59,8 см, а глубина 61,3 см. Вес машины около 49 грамм, что также свидетельствует о ее надежной сборке. Не забудь заглянуть в описание под этим видео, там ты найдешь ссылки на проверенные магазины и скидочный промокод для выгодной покупки. Поговорим о функциональных особенностях этой сушильной машины. Одной из ключевых является интеллектуальная система AutoDry, которая точно анализирует уровень влажности одежды и самостоятельно завершает сушку в нужный момент. Это предотвращает как пересушивание, так и оставление влаги, что особенно важно для деликатных тканей. Барабан SoftDry разработан так, чтобы обеспечить максимально бережное обращение с одеждой. Уникальная текстура его поверхности снижает трение между тканью и барабаном, что защищает одежду от повреждений и сохраняет ее цвет и структуру даже после многократных сушек. Система конденсационной сушки предотвращает необходимость вентиляционного вывода, собирая воду в специальный резервуар, который легко извлекается и очищается. Это делает машину более универсальной в установке, так как не требует специальных условий для монтажа. Еще одна замечательная особенность – система Easy Clean Filter. Она позволяет реже чистить фильтр, что экономит время и усилия, поддерживая при этом высокую эффективность сушки. И, наконец, система Sensitive Drying и тепловой насос. Первая обеспечивает аккуратное распределение тепла, благодаря чему даже нежные ткани остаются как новые долгое время. Тепловой насос же значительно повышает энергоэффективность машины, снижая потребление электроэнергии благодаря умной переработке внутреннего воздуха. Эта сушильная машина – настоящий пример инженерного искусства, сочетающий в себе инновации и заботу о вашем комфорте и одежде. Перед покупкой я тщательно посмотрел отзывы других пользователей и хочу поделиться с тобой самыми значимыми моментами. Недостатки. Инструкция на польском. Преимущества. Эффективно сушит. Корпус из нержавеющей стали. Стеклянная дверь. Удобный фильтр. Вот и подходит к концу наш сегодняшний обзор. Не забывай, что в описании под видео ты найдешь ссылки на магазины и скидочный промокод для выгодной покупки. Оставляй свои комментарии о модели, мне важно твое мнение. И, конечно, если тебе нравятся наши обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. Жду тебя в следующих видео. До скорой встречи!